Всем привет, ребят. Отдохнул немножко и решил еще все-таки записать видосик про этого нашего Минотавра с этим новым талантиком. Что могу сказать? Талант просто для него чумовой, как и для остальных героев. Почему? Потому что он дает, наверное, больше всего на сегодня у нас дамага, этот порочный пакт. Ну, не знаю, просто какой-то имбалансный, потому что, ну, 150% урона, это, я думаю, запредельно очень. Вот сейчас он 48 ударил, многие просили в комментах показать его именно под Сенной, как он будет бить под Сенной, потому что она дает дополнительно... Вот пропал баф, к сожалению. 100% к урону. Сейчас вам покажу. Вот она включилась. Вот 100% он выбивает сразу. Как это будет сейчас на битве гильдии, сейчас посмотрим. Сначала мы, наверное, попробуем это все сделать в экспедиции. Так. Не знаю, успеет, не успеет. Мне, к сожалению, не успел ударить. Сняли с него энергию. Ну, это такое. Давайте сейчас экспи затестим. Купидон, в принципе, тоже неплохо дает. Но он не дает 100%. Он дает всего лишь там 68. И 72, если не ошибаюсь, на максималке. Но тут, конечно, с Седной 100% к атаке. При такой сборке это получается 300% урона. Ну... Любому герою, если дать такое усиление, я думаю, это просто пипец. Но тут как-то не ударил. Ну, по-разному. Это рандомчик, поэтому мы сейчас пойдем в экспедиции. Так, Купидон, охрона убираем. Я Седну, честно говоря, не качал, потому что ей не надо прокачка. Она и так будет на... Даже на первом умении давать 100% увеличение урона. Вот она есть. 100% выбивает. Поехали. Следующего посмотрим. Вот опять 100%. Ну, сейчас дойдем до конца, посмотрим. Не знаю, какой тут дамаг, но это просто жесть, ребят. С таким Минотавром можно бегать по всем кошмаркам. Ничего не бояться. 91. Ну, Ратушу немножко не добил. Ну, повезло Ратушу снаружи. Такое, возможно, сейчас и будет и на битве гильдии. Потестируем изначально ее. Точнее, его. Фрейя все испортила нам. Так, там изменили у нас. Давайте так попробуем. Вот, можно с наново начать проходить. Отлично. Так, 100. Сейчас попробуем до конца дойти, чтобы посмотреть, как все-таки здесь урон будет проходить. 95. Не хватило. Странно. Поехали дальше. Ну, тут... Ну, вообще 22. Тут еще надо, чтобы он кританул, плюс это, помимо этого всего. Ну, миссанул. Окей. Ну, так 39 ударил. Ну, больше половины здания сносит. В принципе, думаю, он... Если все будут баферы, то еще больше снесет. Ладненько, поехали на битву гильдий. Сейчас будем там проверять это все. Так, что у нас тут по топам сегодня? 276. 300. 273. И 300. Ну, давайте с этого начнем, посмотрим. Так, что тут у него есть, непонятно, в общем. Так, хорошо, если мы кинем, попробуем Минотавра.
Его сразу убьют. Вот так вот. Так, окей. Прям заряженные все. Ну ладно, обезвредим. Так, есть. Кидаем Минотавра, кидаем Седну. Нет, не дала им баф. Себя бафнула. Понял. Минотавр, Седна. Сразу убивают, сволочи. Ладно. Делаем по-другому. Делаем вот так вот. Минотавр, Седна и все остальные. Вот 95%, ребят. 95%. Все-таки мы топа не добили, но сейчас у нас есть шанс. Если Минотавр, а Минотавр не успел. Ай-яй-яй-яй-яй. Но у нас есть огнекрыл, вот так вот добили все-таки. То есть максимум он не вытягивает, но опять же его не бафнула она. Он бил под бафом Хрона только. 95% под бафом Хрона на БГ. Я считаю, это тоже немало. Так, окей, поехали следующего топа смотреть. 246. 273. Так, тут юниты, пока его пропустим. Не хочу заморачиваться сейчас над юнитами. 321. И тут юниты у нас. Ну, что-то, мне кажется, тут строение дохренище. Или это мне так кажется. Так, уберем сейчас мы юнитов. Ну, в принципе, можно и так даже сделать. Так. Немножко не туда. Сейчас попробуем все-таки их всех вместе заагрить. Так, кидаем. Агрится на забор, отлично. Давай, 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 подходи сюда. Выпускаем полностью всех. Ну, вот так вот, 94%, ребят. 94, 100. Ну, 95 выбивает. Но, опять же, не под всеми бафами. Но без проблем как-то, без всяких заморочек. Если кто смотрел, как я бегал раньше на битве гильдии, ну, Минотавр не выбивал столько. Надо был нормальный баф, а тут... Тут как-то вот так вот получается. Поехали, следующего смотрим. Так, понятно, ну, расстановка. Ну, давайте попробуем, может, тут у нас получится. Есть стрелок. Так, пробуем. Пробуем. Значит, вот так вот кидаем Минотавра, Седну. Не, не получилось. Там стрелок сразу убил. Сейчас мы попробуем. Так. Не, не получили баф. Ну, а вот подседный 100% выбили. Отлично. Ну, думаю, это реально очень жестко. Я еще с просонья просто прохожу это все. Но это просто жесть, ребят. Так, что у нас тут? Тут у нас непонятно ничего. Что у нас тут есть? Сейчас проверим. Так, ну ни стрелка нету, ни Афины. Тут можно, в принципе, попробовать то же самое сделать. Вот пошел баф. 97%. Ну, 97% под бафом одной седны. Можно еще взять хранителя. Куда катится эта игра? Так. 273 у нас еще топ остался. Ну, как видите, не зря все-таки я поставил на миносика. Теперь можно будет без проблем с топами воевать. Так, все, добили всех. Так, Минотавр, Седна, Хранитель.
Ну, в общем, вот так вот, ребят. Без всяких там особо заморочек, я считаю, потому что у меня, кто смотрел, как я раньше был, бегал, мучился. Ну, не мучился, конечно, можно бегать, но вот это, конечно, это жопа. Если уже на битве гильдий настолько изи все, там, допустим, те же самые рейды тоже, никаких особо проблем ты не испытываешь. Так, ну тут бафнуло, и опять его убили. Не смог, опять их двоих убили. Не знаю, это, конечно, жестко. Жесткий очень талант. И Фрей, там, тогда любому герою, которому мы ставили там БВшку, ту же самую грубую силу, есть смысл это поставить, и вот забегаешь 100%. То ли это рейд, то ли это еще что-то другое. Ну, не могли мы в рейдах выбивать все время 100, ну 95 выбиваем. Ну просто жопа какая-то, не знаю. Вы уже пишите в комментах, как вам вот именно такой уже тест. Ну, я считаю, это просто вершина всего, что можно добыть, там, не знаю, сделать с Минотавра, этот талант. Это просто себе сидишь и просто уже ни о чем не думаешь. Надо пройти ту локацию, битву гильдии, надо пройти подземки. Давайте еще зайдем в кошмарку 3.1. Или 1.3 мы мучили. 1.3, по-моему, мы мучили. В прошлый раз смотрели. Так, 1.3. Вот она. Кидаем Минотавра. Кидаем Седну. Вот 40% у нас с первой же тычки. Сейчас пусть он подзарядится. Кидаем всех остальных. Ну тут моментально 100% будет. А можно то же самое, в принципе, попробовать. Сделать сейчас по-другому. Так, Анубис, давайте вот ради интереса. Подседной. Я не знаю, конечно, ли так у нас получится. Еще чтобы тыковка активировалась. Ворожей. Кошмарка. Вот опять же наша зловещая 7-9. Анубиса у нас тут нету, к сожалению. Ну, не к сожалению, но нет у нас Анубиса, в общем. Хочу попробовать так кинуть Минотавра. Нам тут сразу же ударят. Это надо снять ему. Ладно, пробуем, пофиг. Чего мы молимся? Слили нашего Минотавра. Вот он опять ударил. Посмотрите на урон. Там даже просто разгона не было, посмотрите на здание. Больше половины был удар. Ну, это просто жесть. Я не знаю, ребят, что будет дальше, какие дальше будут имбовые таланты. Но пока вот так вот. Все, пишите комменты, подписывайтесь, обязательно ставьте лайки. Это была Китайка. Разнесли топов. Просто жесть. Все, всем пока.